Тема 858. Аттракцион «Рогатка». Идея для тех, кого интересует бизнес в сфере аттракционов, но у кого нет денег на покупку аэротрубы. В Нижнем Новгороде на набережной установили аттракцион «Рогатка», не знаю, на время или навсегда. Два столба, резинка, трос, квадроцикл, чтобы резинку с жертвой клиентам натянуть посильнее. Вот и все устройства. Установить можно в любом месте, где есть мягкий грунт, чтобы мягко падать. Если что, на пляже, на пустыре, на стадионе. Самое главное, не нужно покупать дорогую аэротрубу, вести ее за сотни километров и несколько недель устанавливать. Здесь все проще, а эффект, судя по визгам на одном из видео, с этой страницы. Не хуже. Этот аттракцион работает даже в холодную погоду. 3 ноября он еще работал. Возможно, и зимой он сможет работать. Так что доход можно получать круглый год. Билет на этот аттракцион стоит в размере 700 рублей за 5 минут удовольствия. Так что если кто-то из вас хотел купить аэротрубу для бизнеса, но не хватило денег, можете установить в своем городе вот такой простенький, но тоже очень душевный аттракцион.